держите так, пожалуйста. Да, у меня что-то... Там, у всех буклеты, Татьяна Парфенова. Надо же, у меня буклет с импризом, да. Создатели одежды этим занимается и Таня Парфенова, и дом, и модный дом Татьяны Парфеновой. То, что показано здесь, не имеет к модному дому ни малейшего отношения, потому что это никакой не модный дом, это живопись. Ее мало кто видел, ее видели друзья, она всегда висела внутри. Надо сказать, что Таня работала всегда не для того, чтобы кто-то это увидел, сделать выставку, чтобы еще и продать, может быть, чтобы был каталог. Ее это совершенно не интересовало, она другим занималась и занимается. А это она делает, потому что любит и, видимо, не может не делать. И делает так, как Бог на душу положит. А Бог положил на душу замечательное чувство цвета, талант, мастерство свое и непохожесть. И вот этот мир, вот эти птицы, тарелки, рюмки, особенно мне близкие, это все такое, в общем, предметы материального мира, не худшие, они так замечательно интерпретированы, не философски, не как-то, не с двойным дном, а прямо, откровенно, и это такая чудесная живопись. Я поздравляю Танечку, что у нее хватило храбрости нам все это показать. По-моему, замечательно. Ну, я, естественно, радуюсь. И спасибо Карлосу, который организовал выставку. Вот. Спасибо Толе, которая вот замечательно сказала обо мне. Ну вот, все. Спасибо всем. Саша, мне скажет, что...